на что же все-таки ребята способны, каким образом они выиграли здесь команду НАТО Свинцера, ну и все прочее. Мы понимаем одно, сейчас нас ожидает дикая рубка, и как же было бы грустно после этого видеть, знаешь, какой-нибудь 16-5, просто там отсутствие атаки от одной из команд. Столько слов было сказано про Нюка, по итогу ничего, но, скорее всего, этого не будет. Скорее всего, сейчас мы увидим битву до последней капли крови. Было бы грустно с кем-то попрощаться из этих команд прямо сегодня, но, к счастью, проигравшего это только будет корзина 2-2. Ну, а победитель будет отдыхать, кайфовать, лишний выходной заработает. Ну, а кто это будет, узнаем совсем скоро. Атака героек уже начинается, дверь взорвана. Ну, а вот атака через мейн, или это девятка вообще? На девятку пошли. Снова такие пистолетные раунд, очень популярный в последнее время, через улицу Глоки, запуск под Heaven, здесь, как мы видим, пока стак, минус от Снэпи есть, Ставн уже на Б, пытается делать что-то с вентилями, отсюда выскакивает дыха, и все-таки Ставн не позволяют даже с фрагом уйти из этой перестрелки, рефреш от Эсос, 2 против 4, бомба на Б. Но ему нужно дождаться Тессоса, а Тессос как раз через рампу идет, ну, сюда Снэпи посматривает, дыха, о, а вот что за заезд? Он просто телепортировался на эту рампу, рефреш, ТСС вдвоем пытается загонять, как мы видим, Снапи. Удается это сделать, неужели 2 в 4? Спинкс плюс Хейтс на ретейке, у них есть дым и дуал-береты. Ну, до ретейка еще как-то нужно дойти. Спинкс сидит в длинном и ждет. Проверили на всякий случай рампу игроки, герои, кто-то там мог бы оказаться, а сейчас идут на непосредственно Б-базу. Причем играют так через верх, осторожно контролируя каждую позицию. Нужно бы все-таки и окна проверить. На. Ну, не, ну наш слишком опасно. То есть просто проверили точки, с которых их потенциально могли бы забрать. Понятно, что бомба ставится не по длинной. Так проверили короткий. И теперь... Вот самый ретейк, уже даже 1-2 для Спинкса. Вот все-таки одна неосторожность от Дыхи, сколько она стоит? Возможно, целого раунда. Спинкс делает вид, что он сейчас собирается дефать бомбу на морозе, что типа у него есть киты. Это заставляет на самом деле двигаться игроков команды героев. По итогу рефреш падает, Спинкс дает еще один фейк и по итогу разносит ТСС. Воу! Спинкс, полегче. Не, ну красиво было. И в какой-то момент герои реально распереживались, типа, может, он дефа, может, там что-то не так. Ну, они попростреливали его, знаешь, типа такие, ну ладно, наверное, не убили, давайте выпрыгнем его, убьем. Потом один умер, дым этот все не заканчивается, он второй фейк по дефьюзу делает. Ну, это просто уровень. Дым и беретки, друзья, залог победы. Ну, мы видели, как начинался этот раунд, и по-хорошему он принадлежал Энс, так или иначе, так что... Кармический должок возвращен. Эх, дыха сейчас тоже выдыхает. Потому что благодаря Спинксу, такому сказочному тиммейту, его ошибка все-таки не стала фатальной на этом пистолетном. Уже целенаправленно отправили две хаешки под Кэдди. Она в этом раунде, по-моему, уж две, да? 7 хп. Да. У Каспера. Слишком мало здоровья, там без армора, но в любом случае два взрыва я слышал. Подсадка планируется, причем для Тессоса, а не для Кейди. Она попытается с калаша вырубить, но там аук. Там ждет небольшой прицел в скоупе мистера Тессоса. Это дым Смачок. С руки сейчас будет или что? Не? Ну, да. Где там Кейди? Он у нас игрок номер 8. Ну, встал немного подальше. Какую позицию он будет зонить? Отправляет все-таки на мейн. Флешка. Ну, Хейт сидит за холодильником. По идее, его сейчас заметили и даже начали перестреливаться с ним. Эх, спалился раньше, чем это было нужно. Хорошо, пока душный отыгрыш через улицу от героев работает. 50 секунд, уже девятка под контролем. Какое-то пространство нужно и Энс. Они отправляются в лобби и даже на крышу. Тут правда Спинкс. Ну, даст инфу. Его там чекают, по-моему, даже. Или нет? Нет, не дочекали. Сейчас увидели, но что это дает? Что это дает защите? Фулл А просто стакнется. Ну да. Дыха был во все оружие. Да, так и получилось. 22-21 секунда. Кайдиан на 7 хп. Вырубает дыху. Мгновенный десант на Б. Тессос уже, скорее всего, бомбу... Или не поставит бомбу? Молотов за реактор! И Снэпи переигрывает Тессоса. Отправляется при этом игрок Энс сейчас вентиля, за которым Сьюж банально не успел. И этот 2-0. А был раунд 5-4. Ну, как-то так. Они изначально хотели на выходить или пошли, потому что их Спинкс заметил? Да, наверное... Интересный раунд. Хотели.
16-11! Ого! Все-таки G2... Наверное, благодаря этому клатчу от Бонаси сумели выкрутиться, и пока они остаются живы. Outsiders отправляются домой. Ну, что, поздравляем G2. Я просто, знаешь, как только наша прошлая карта Мираж закончилась, открываю Twitter, а там Карлос Эсселот. SEO G2. Просто что он только не писал. У него там, наверное, сердечный приступ был. Пишет, нам нужен бак со смоком прямо сейчас, потому что что-то не клеится. Потом начал благодарить Бонаси, говорит 600к там недаром. Ну, там нецензурная брань просто. И не знаю, насколько даже на английском языке как бы будет корректно здесь. В общем, можете зайти почитать. Там весь спектр эмоций от Эсселота. Но пока G2 живо. А что касается героек, они отправляются на рампу. Здесь у нас Снэппи. Опытный игрок на этой роли. Опа, вырубают опытного игрока на этой роли. Да. Вниз он приземляется только мертвым. На Б никого, очень похоже на сейф на самом деле. Ну, может быть, сейчас Спинкс с Маденом вместе сумеют, ну, найти хотя бы размен. Тут и подгорел немного игрок-героек. Ну, Спинкс... Не обратил внимания, может, Спинк сам подгорел. Anyway, ладно, не получилось. Эти две фармилки, наверное, могли себе позволить европейца пойти отдать, а вот М-ку и АУК лучше бы в следующий раунд уносить. Хорошо. Тоже неприятно падает опорник рампы в таком, казалось бы, важном раунде. Это снова был, ну, такой форс на все деньги. Падает опорник рампы, отдается важная точка у Лука. Тут должны были уже герои выиграть раунд, так и в пистолетке все супер близко, и во втором раунде сдали энтри, но что-то не разобрались с концовкой раунда. Но вот тут уже попроще было, справляются. У самих теперь герои куча фармилок, интересно, как они в следующем раунде уже будут их применять. Скаут, две МПшки, АУК, отжатый и калаш. На скауте Кэддиан остается, и фармилки это неплохо. Может, снова какой-то заезд на рампу. Такое могло бы быть. Но пока важно, что инициативу Энс в первой половине героек не отдают. Могут сами еще выйти вперед. И может быть даже эта неприятность от Снэппи заставит постоянно, или как минимум чаще, ходить на эту позицию. Да, но здесь Снэппи уже не ошибается, он вроде как уходит на вилку. Все равно в полете дает килл. Приходит тиммейт, Снэппи накаляет еще и второго напрыгнувшего на него соперника. Все это стоило времени, благодаря которому Маден сумел сюда прийти и все-таки отстрелиться. Ну, вот тут герои чересчур просто сыграли. Даже я 2КЛ Крип как бы понял, что, наверное, попытается во второй раз Снэппи сейчас заобузить. Не вышло. Ставн 1-3. Ну, там было близко. Снэппи не успевал там отходить, но все-таки дал минус. Маден со своим одним хп там еще сражался до последнего. Два фрага нашел с МПшечки. Ну, и Ставн, пока его тиммейты там пьют водичку на заднем фоне, попытается разрулить. Раунд, времени много, но, правда, бомба выпала. Тут бы кого-то найти одного для начала. А Н стоят супер закрыто. Никаких шансов Ставну не дают. Открытие. Наук, ну все, до свидания. 3-1. Досадной оплошностью был тот раунд, который Снэппи, опытный игрок на позиции рампы, отдал. Сейчас реабилитировался. 3-1. Но деньги есть, можно тратить у героя. Это, наверное, немаловажно. Ну, играют быстро. Если вы смотрели первые две карты, вот на третьей, те и другие, ну, особо не халдят. В принципе, темп высокий атаки, героик не откладывают все это дело в долгий ящик. Хотя, ну, вот на карте Нюк можно и фейк смоки на улицу раскинуть, и одного в секрет запустить, поиграть, знаешь, так в стиле Нави. Да, сейчас по улице пускают рефреша. Ого, и на крыше мейна у нас был Сьюш, у него, казалось, было преимущество, но как здесь дыха забирает двоих. Вот это уже шок. Это дикий шок и ужас. И с другой стороны, дивная игра от самого Дыхи. Ну, то есть вот соперник, он сидит на крыше мейна. Казалось бы, отличная позиция против крыши гаража. А тут и второй. И Дыха еще и ушел на 4 хп. Не идеальный ли отыгрыш от поляка? Дыха в таком странном тайминге запрыгивал, что не могли, видимо, поверить своим глазам героек. То есть они уже были в позиции, а КТшник только-только там запрыгивает на крышу. О боже, это дыха, что же делать? Надо его как-то забрать, а? Знаешь? Может, это символ? Может, это зайву? Нет, это дыха. А вот это хейтс. И что-то пока его аук не работает. И это став.
И это десант на Б. А, здесь Спинг. Здравствуйте. Заводи! Приятные подарочки! Мне понравилось, как второй уже пытался уйти, а у него на голове третий. И он такой, а, не хочу умирать. А придется, придется. Назад дороги нет. Такой вот заградотряд и... Ну что, тут на шаг впереди Спинкс. Хорошо, кричит что-то. Тиммейтам, наконец, деньги подходят к концу. Героик, это уже выход на 5-1. Не идет, как-то не клеишься. Снова на снайпе побегут? Давайте посмотрим. Ну, ладно, не побегут, конечно, но так, пойдут. Что там, Марко, как дела? Нормально себя чувствуешь на рампе? Сейчас проверим. Флешка начинает здесь снайпе зажимать, главное уходит. Молотов. На него все равно наскакивает Тесус. Но, опять-таки, инфа получена. Позиции заняты. Открывается. Ну, хей, что в третий раз аук-то раскрутишь. У нас как будто время раунда в два раза короче сделали. И Кейден такой, бежим. А то не успеем. А не, ну две спины. А что с атакой? Где? Мы на Мираже еще находимся? Да вроде бы нет. А получается так, что... Не, ну ладно, этот браун с теками, как бы, можно, наверное, досписать. Вроде как снайпи нашли. Может быть, просто поспешили чересчур. Рампа, важная позиция. Можно там где-то промутиться. И в лобби вернуться, и под девятку. Или, может, просто поздним таймингом в Б выйти. Но нет. Так, ладно. Это классика теперь для героек. Получена информация. Информации много. Теперь нужно проанализировать. Там мегамозг ЗИСТ будет сейчас с Кайденом общаться. Ну, в принципе, то, что спектр раундов еще довольно большой. Они не играли раскидку А, они так и не запустились своего люркера в секрет, потому что Дыха тогда всех убил. И, в принципе, вот минимум два раунда еще, которые могут показать героек. И на их месте какой бы ты сейчас сыграл? Да запусти секрет, ну типа, ну Дыха то рандом словил, два раза такого не будет. Окей. А я бы пошел рампу запушил еще раз. По-моему, сделка хорошая. Ну, если бы они раунды эти выигрывали, то так-то что. Ну, убивают они снэпи, Дыха в итоге их просто с вилки сам обошел и убил двоих в спину на пленте. А это теки были. Сейчас увидим. Конечно, такой простой раунд не будет у нас героик показывать. Пока подрываются двери и молотом. Вот оно, плотная раскидка. Есть-то атака и какие-то заготовленные фишечки. Так что охота на Мадана объявлена. Здесь уже и Дыхе не так комфортно играть, что-то ему не нравится, надо возвращаться. Типа и на двери посматривать, как-то помогать опорнику. И про улицу он все равно параноится. Уже и девятка приходит. Я не знаю, может, там гранату просто игрок Хэва не отбросил. Ну, то есть тиммейту перекинул. Ой-ой. Что, это фраг? Нет. Задний ход. Включил Тезус вовремя, вовремя отошел. Готовит смачок. Также дым есть у Сьюша из респа. Полетит дымовая граната. И на рампу? Старую добрую. Да ладно. А у снайпи аук. Ух, сейчас будет рубка. Наблюдаем. Первый нажимает по второму. Снайпи лучший. Это Марко Файфер. Железный опорник на железной рампе. Сьюш, правда, закрывает спинса. Возможно, рановато. Израильский игрок побежал здесь в спину. И варианты все еще есть. Кто там у нас на... Ну, по идее, в девятке только Хейтс. Ну, его можно проходить. Сьюш, наверное, не может смириться с тем, что снайпер все еще жив. Надо как-то его найти. Это ушел. Бомба унесена. Тесс съезжает, да? Да. А тут как бы Хейтс не в девятку, как-то вниз спустился, туда-сюда. Уже на ретейке на самом деле нужно играть Энс. Идет поджиматься в лобби снайпе. Какой-то урон. А, здесь Дыха. Дыха это серьезный, как Амар-кошмар для команды. Героик. Тессусу бомбу ставить не дают. Но, пацаны, еще один тайм-аут нужен. Нужен план, как все-таки пройти снайпи на этой рампе. Да, других раундов не существует, кстати. Только на рампу можно ходить. Да это принцип, Федор, это принцип. Кейдиану нужно все-таки доклассировать снайпи. Показать ему, чтобы капитан вражеский почувствовал слабость. И его колы перестали работать во второй половине. Ну все, психологическая атака Кейдена продолжается. Снайпи сделал минус 4, только уверенность почувствовал. Так классно, Мадана взорвали, и все, и снова рампа, и снова заплыв. Ну кто же мог подумать, что аук будет сидеть, еще и так закрыто, приперто к стенке.
Ну, кто мог подумать, что дыха там на крышу запрыгнет? Ну, кто мог подумать? Ну, что ж. Проиграли, проиграли. Смотри, снова рампа, снова рампа. А здесь снайпи. Это пранк. Не, ну, фраг размен. В принципе, неплохо. Если не вписался Мадден, то, наверное, даже комфортно 10 рейд получили бы героик, но сейчас они снова заезжают на дыху. 7-1. Датчане, где ваша атака? Дыха дает трипл килл в раунде. И снайпи один, и Мадден один. И счет 7-1 у нас. Магия цифр, друзья. Одни единички витают в воздухе. Асьюш с одним фрагом. 11-3 у дыхи. Ну, сбай, не знаю, может, что там, Гзис там что-то как-то, ну, скажет. Каспер, давай, выдыхай, братан. Ну, 2 минуты на раунд. Нет, реально, как-то чересчур быстро пока играют. Так, заскок на синий. Здесь Хейтс. Авик его заметил. Неважно. Хейтс делает это. Вот столько фишек, такое разнообразие у Энн с одной стороны, и дыхи туда запрыгивают, потом Аарон бустом туда снайпера отправляют, и постоянно на шаг впереди там где-то в винтах Спинкс оказывается руинит раунды. А где фишки у героев? Хваленый нюк. И вчера там Вульф, Айван его так хвалили, говорили, все, Энн просто этот бусту в 3 проиграют без шансов. Где? Где эта атака героев? Почему мы ее не видим? Почему в половине раундов это просто выход на рампу? Просто кормят снайпер, он статистика 10-5. Ну и снова запрыг на крышу, снова фраг, в этот раз Хейтс, там уже поджимы в будку захлебнулись от атаки. Ну и все, остается, мы видим Тесса с таун вдвоем, попытка выйти улицу, стаун красный, пробегает в секрет. Тесс тоже красный. Чё-то как-то 8-1 у нас сейчас на табло уже будет. 8-1, как бы все еще окей. Если героик начнут показывать здравую атаку, конвертировать свое преимущество в победу, мы в это все еще верим. Хотя настолько прут Сайенс. 12-3 дыха. 10-5 снайпи. Железный опорник. Таких мы уважаем. Второй тайм-аут. Тут героик тоже своевременно. Смотри, Федор, мы видим, где-то по 3500 в среднем. Полноценно не закупиться, правильно? С теками на лево-лево, получается, надо идти. Я бы посоветовал маки. Берешь маки, и с этим попроще. И там уже снайпи не справится. Тем более, столько сил он потратил на приемку предыдущих раундов. Рано или поздно сработать это должно. На 3 в атаке. План железный. Ну что, ну в фаста можно ворваться еще. Там вентиля прыгнуть как-то туда, в ту сторону подумать. Ну, стенка смоков, проходить улицу с теками, ну, наверное, так себе, Варич. Это правда. Ну, 5 теков. Учитывая, что героев уже показывали в основном быстрые темповые раунды, сейчас тоже такое что-то можно ожидать. Не, очень резкая раскидка, очень быстрый проход по секрету. Хорошо, с Молотовым своим Хейтс немного опоздал, нужно перестраиваться, снайпи уходит со стороны рампы. Что-то все равно опасается за эту позицию, хотя Хейтсу вроде бы взял, но здесь же раскрываются двери длинного. Снайпи у правой вилки, стекла разбиваются, снайпи здесь палится, сейчас его должны фокусить. Сам снайпи чуть меняет позицию, чуть теряется в этом моменте. И что, неужели удалось пока что взять точку под свой контроль? Да, даже удалось плюс разменяться. Кэдиан, какой сказочный кол. Такое впечатление, что не верили, Энн, что это фаст-тикерит. Типа, снэпи один на Б такой, что-то с внешней стороны стекол, там хочет занимать, а уже все, уже там парни в дверях. А тут, может, какой-то близкой 58... улицы не хватило отдыхи. 58 гранат тут еще на ретейк. Гранаты — это хорошо, а вот большинство для героев — это еще лучше. Позиции неплохие для обороны. Смачка при этом я тоже не вижу. Ну все, эту бомбу никак не обезвредить. Хорошо подождаться, пока дымы развеются, и просто хоть какой-то девайс в следующий раунд унести. Не добивает Мадден второго соперника над собой. И это 8-2, дорогие зрители. Все-таки герои вымучили эти теки. Конвертировали. Ну вот, вот, как ты и советовал. То есть раунды через секрет работают. Сомневаюсь, что с калашами, с двумя авиками так же быстро сейчас понесутся герои. Скорее, я бы поставил на то, что один из двух АВП сейчас попытается вычислить снайпи на рампе.
Эмоции, эмоции, отлично. Не унывают герои. ТСС радуется, еще Савиком дали поиграть. Вообще красота. Главное не умереть на пятой секунде. Уходит ТСС. ДХ по пяточкам там настрелял с Юшу. Там что, в две кто-то запушил? Да вроде нет. Не-не, это Спинкс там на вентилях тусует, все нормально. Снайпи уже на секретке. Ожидает он, что успех прошлого раунда герой попытаются повторить. Здесь и дых уловят на перестроении в гараже. Пытался максимум инфы собрать, но строгий рефреш наказывает поляка. Большинство. Но уже начинали герой 5-4 и на нюке, и на мираже до этого. Сам по себе этот момент ничего не гарантирует. Ладно. И вот после его потери гарантия явно возрастает. Хотели под раскидку играть, но передумали сейчас героик. Хейт СВП. Выходит на ближнюю позицию. Ой-ой-ой. Сейчас бы дать фраг и уйти, думает Хейтс. Может, ТСС, кстати, срежет. Ну, с другой стороны, наверное, героик понимает, что Авик жив. Где-то тут он может быть, понимает? Да. Идет ставн. СВП. А здесь Спинкс. Двери закрываются. Еще одного Спинкс срезает. Снайпи оказывается 1-2, но он-то на Б. А что, к нему идут? А Снэппи как раз выныривает на, а здесь никого. Все, в девятку уже точно не пойдут у нас герои. 17-16 секунд, да, это десант будет в Б. Снэппи в моменте не сориентировался, уже слышит топот. Но здесь ему самому нужно подключать как-то пятую передачу. 10, 9, 8, что он понесется? Нет, дает поставить да. Бомбу. Ну, он... Но бомбу ну, там Авик стоит. Его уже контролит. Авик. Хае, чуть-чуть накалилось. Юша у него и так там было маловато. Забрали. Забрали раунд, забрали экономику. Что, камбэкичи? То он Снэппи что-то передает. Снэппи, мы сейчас к тебе пойдем, будь готов. У нас игра идет. Ну, любитель Кайден. Покричать некоторые переводы, кстати, вы могли видеть в Твиттере. Особенно того, что он кричал в адрес Ника, например. После камбэка с 11-14. А тут посмотрите, что происходит. Last buy для Энс. Четвертый, потенциальный пятый. Ух. Достойная команда друг друга. ТСС снова теряет больше половины хп, но он уже в секрете. Здесь Хейт снова немного поменялись ролями до этого. Там в прошлом раунде Снэппи стоял Хейт с ВП на рампе, но сейчас вернулись по дефолтику. Героик. Смоки закончили, что пойдут пикать 9 сейчас. Маден под девяткой. Нужно ему как-то собрать. Ну окей, здесь никого. Сьюш осторожно, каждый пиксель вычисляет. Залетает дым на мейн. Вынужден Сьюш на самом деле вертеться и туда, и сюда. Мадена замечает, Маден тоже. Видел датчан. Отдыха здесь же сверху. Пока довольно опасненько так этот раунд выглядит. Инфа собрана, выйти из ангара. Выйти из ангара будет очень тяжело, это понимает герой, поэтому просто сидят, ждут, пока их пойдут чекать. Но никто чекать не идет. 40 секунд, под девяткой здесь план капкан, два человека в засаде, дыха. Начекал, окей, они все еще там же. Девяточка. Спрей! Хорошо, как же тяжело шло, но зашел по второму фраг. Слушай, а Калашна по нему в ответ вообще стрелял, я даже не понял этот момент. Даже такое ощущение, что там Калаш вообще не двигался. Подбирает красный ТСС АВП. Будет попытка отставна. Ну, найти опорника. Или это вообще да, сейв? Да нет, все, кто сейвить. Снэппи. Чик плюс Калашик. Организовал ТСС красный, Снэппи бежит. Не-не-не, бежит сейвить свой Калаш. Но тут проблема была основная герой в том, что они зашли в ангар, и их контролили из девятки и из-под девятки на выходе. По идее, с этой целью откидывается второй дым на раздевалку. И в этом плане становится попроще, но... Не знаю, может быть, просто не было следующего этапа алгоритма. То есть мы занимаем гараж, а как же продолжить свое движение? Может быть, это не обсудили. Кто-то находит фраг, и мы несемся вперед. А если нет? Ну, на нет до свидания, да, все мы знаем. Кайдиан на поиск, тут его простреливают. Ясно дали понять, что так просто фраг здесь не найти.
14 на 5 дыха, 14-4 спинкс. Мы можем делать ставки, как быстро команда Героик снова попытается сыграть рампу. Думаешь, в этой половине еще будет такое? Мне кажется, там снайпер же их накошмарил. Ого, резкий выход на через мейн. Видели? Позицию у девятки. Осталось дело за малым, пройти, по сути, Спинкса. У него закончились патроны, но у Спинкса он прется. Он прется не то, что даже в этом матче, на этом турнире. Успевает, конечно, подойти снайпе, это уж та еще тяжелая артиллерия. И Кэдиан, килл есть, здесь его идет Спинк загонять. Нате! Один опорник был в точке, один опорник, у которого еще патронов не было после стартового фрага. Берет Юсп и даже не перезаряжается в игре против последнего. Как вам такое? Красиво с Юспом задавил, понимал, что нужен темп, нужно не терять этого времени на свич-девайсы, на релод, на все эти лишние телодвижения. Пошел и забрал Кейдиана. Вот это было красиво на самом-то деле. У героев отличные шансы. Забрали первого, забрали второго опорника. Уже сплит заканчивался. Молоты выгорели, но Спинкс выручает команду. 17-й фраг. И теперь минус экономика для героев. Ну, граната не тратит изрядно. Кэдиан объявил охоту на дыху. Хорошо. Наконец-то килл. И теперь можно выходить на... А! Где же Спинк? Как его найти? Нужно срочно его обезвредить, уничтожить. Но живет и он. Пусть недолго. И Маден здесь же. За винтами. Патроны заканчиваются. Рефреш 1 в 2. С техом. Ну, в принципе, человечек 1 в 5 растаскивал против Лики. Так что тут вообще не проблема для него. Правда, добрать бы где-то девайс. Потому что 2. Ну, давайте. Не упал. Жаль. Ну, тут сложно будет с теком, там фулл хп. А, он не посмотрел, все-таки направо. 11-3. Ну, это нюк 2012 года. Три в атаке взяли и пошли камбэчить. Жаль, нюк уже другой. Может, и получилось бы. Ну, блин, заряжен, просто заряженный Энс. Этот Спинкс, он же Лотангел 1. Он носится... И вот знаешь, с одной стороны, можно столько денег тратить на разных игроков и собирать какие-то стаки мечты из опытных чуваков. Можно взять себе вот братика с FPL-а, 21 год, который, скорее всего, даром достался там, за какие-то жалкие кроши команде Энс, который просто носится, просто счастлив быть здесь. Да и Хейтс красавчик. Ты вообще, если подумать, кто тут, кроме Снэппи и Маддена, ну, там относительно известен на мировой сцене. Дыха, наверное, Тир-1 никогда не играл. Про Хейтса мы вообще мало что слышали. А вон, нате, героик разваливаются. И снова на степи пошли. Но ой, это рампа, кстати, один, ставочка зашла. Ну, план на игру вообще не сработал никак. Героик, он был, конечно, пушить рампу, если не получается что-то улицу пытаться играть. Но в итоге взяли раунд с теками. Что там, пистолетку на поту? Я уже не помню, какие раунды они выигрывали. Ну да, теки через секрет. Сейчас открою даже скорборд. Вот третий они взяли по счету. Ну да, сейчас они взяли... Ну, 12-3, да? То есть они выиграли раунд, когда снайпи не угадал, он там был в винтах. Взяли раунд. Да это и не важно. Знаете, что важно? Играть как снайпи. Потому что план, какой был у героев, все-таки давить старика. Он не справится. А снайпи справился. Для того, чтобы играть так же, друзья, вам нужно тренировать стрельбу. Чтобы тренировать стрельбу, лучшего места, чем Cybershock, не найти. Множество режимов. 27, если быть точным. Не ХС ДМ, Пистол ДМ, КЗ, серфы, АИМки, дуэли. Все это и многое другое ожидает вас. А перейдя по баннеру под плеером трансляции, вы можете получить 22% скидки на премиум аккаунт до 22 мая. Переходите. Я думал, у тебя там листок, там где 27 режимов, и ты такой начинаешь зачитывать. К следующему матчу, который я буду комментировать, я подготовлю. План, конечно, хороший. Как это? Плюс 30 секунд забитого эфира. Если бы за секунду ты будешь считать, то да. Два набора берета, кстати. Мы помним, как там с одними беретками Снэппи на Мираже разваливал. Ну, сейчас героик два набора решили приобрести. Ну, все что с разменами. Все строго. Ты имеешь в виду от рефреша его дал береты? Угу. Или в целом? Ну, первый не принял, но беретки-то хотя бы двоих должны были хоронить. Но не получилось, не срослось. Ну ничего, чё, лови. Куда уже деваться, идти арморы сейвить, надо
Переться вперед! Вы ведь героик! Вы команда! Мечта! Команда! Загадка! Кэдиан приходит, наконец-то деклассирует снайпи. Хоть как-то получилось у него, открываются двери. Ну и строгая стрельба от Хейтса. Кэдиан неумолим, начинает нарезать. Один в один остается и тут же присасывается к бомбе. У него нет китов, правильно? 10 секунд дефьюз! Отрезать! Ааа, Хейтс! Плюс полторы. Мат. Как дела, Кэдиан? Спрашивает Маден, братан, 10 секунд дефьюз. Ну, план-то неплохой был, то есть что еще Кэдиану было делать в этой ситуации? Типа, давать фейк. Все равно соперник первые 5 секунд бы никуда не двигался. А тут уже вроде как отпускать дефу смысла нет. Мало ли что. Вдруг бы там у Хейтса залагала мышка, он бы вылетел там. Что-то такое. Надо было уже сидеть дефой до конца. 13-3, друзья. 13-3. И Энс на финишной прямой к попаданию в плей-офф мейджора с призовым фондом $1 000 000. Первый мажор. И тут, не знаю, но точно для Спинкса первый. Для Хейтса. Для снайпа точно не первый. Красавчики. Ну, так, в принципе-то команда к началу турнира подходила топ-3 ХЛТВ. Так что до плей-оффа с таким рейтингом должны были доходить. Вообще удивительная команда, удивительный путь. Они проделали, можно сказать, самых низов. И я уже, наверное, как это сказать, надоел постоянно хайпить снайпа. Да черт, как же я за него рад. Как же мне нравятся такие истории. Как ты человек, которого уже там списывали со счетов, которого уже никто не помнил. Вот его с Кэдианом можно сравнить. Кэдиан тоже в такой ситуации оказывался. Приходит и наказывает. Приходит и наказывает. Ну ладно, может, форс здесь как-то героик и возьмут-то, и то не факт. Один в мейне отрезан смоком, второй на хэвене. Они на бэ пытаются? А, они пытаются убить! Пытаются убить! Моден! Моден, на бэ беги! Ну, Тессас-то все это время тоже понимал траекторию движения. Скидывается дым, Моден. Ну, тут важно поставить бомбу, байбу в следующем раунде хорошая. А тут можно еще и префом забрать короткий. Ставно, что ж ты топаешь-то? Ты же красный был. Неужели он не ожидал такого заезда от Модена? Моден жесткий FPL-ер. Один в один. И 10 секунд. В стиле Кэдиана, не? Так и Моден вроде понимает, но это ж форс. Кто на форсах покупает киты? Да никто. Значит, бомба не дефается. Стекла разбил, побегал Тессас. Считаем 8 так, секунд, получается. Ну да, да, можно 7 выйти. Но! А времени-то все равно нет. Хорош. 14-3. Мне кажется, сейчас хотя бы в одном раунде должны фастрампу сыграть. Энс, просто чтобы показать, как это делается. Ну да. Там, правда, не Кэдди, а напорник. Тайм-аут. Тайм-аут залетает. Ну, это провальщик. Ладно, атака на Мираже не пошла. Но тут еще атака на Нюке не пошла. И в защите-то уже разгуляться негде, по факту. Тут уже как бы 14 раундов у оппонента. Ну, слушай, опускать руки точно не надо, героик. Опять же, здесь самое время расслабиться и получать удовольствие от процесса. Главное, держать в голове мысль. Мы все еще можем победить. Да, сложно, но... Да, это банальные вещи. Но а что остается в этой ситуации? Я думал, ты скажешь, мы все еще не вылетели с турнира. Держать мысль. Еще матч 2-2. Это читал сегодня интервью Дюпри. Он тоже это сказал. Ну, мол, да, сложно было после второго матча, но та мысль, которая позволяла мне не впасть в тильт, тот факт, что мы не вылетели с турнира. Потому что на этой стадии невозможно вылететь с турнира. 14-3, друзья, это бай. На все деньги от героек. Видим, что они придумали на своем тайм-ауте. Пока вроде ничего такого, разве что можно Тессаса отметить под Б из-за обильной раскидки на улицу. И он, и его тиммейт Ставн находятся уже здесь. Ну, Ставн через вентиля на мейн все-таки пошел, и если он пойдет дальше, его Спинкс может в спину убить. У Ставна калаш, он пытается найти минус, пригодится своей команде с этим девайсом. Просто ноль инфы. Ноль инфы у героек. Они сидят такие, что происходит в этом раунде. Итак, первая встреча. Ставно на вентилях.
Главное, что выжил, дальше молот, и все нужно выныривать оттуда. Там страшно, пацаны. Дальше давайте как-нибудь без нас. Подключается Кэдиан, подключается Тесса с 5-7. Ныряет в длинный. И Кэдиан по кускам отрывает. И вот он, Тесса, вовка. И вот, ну, должен быть четвертый раунд для героев. Снэппи, Снэппи не сдается. Но есть инфа по рампе. Да, в принципе, тут дефолтные позиции в защите. Оп, бомба. Так, так, до бомбы не идем, был кол у героек. Ставан. Его слышал там снайпер? Не слышал. Еее! Героик! Вот так, раунд за раундом. Шаг за шагом. Мы понемногу подберемся к этому камбэку. Все-таки, ну, сильная сторона на карте Денюк. Я даже сейчас для Романа Вульфа, ну, хотя он, наверное, и так в курсе, и для всех остальных болельщиков героев скажу, что они аж 54% раундов забирают за КТ на Нюке. Ну, не сказка ли это? Ну, не намек ли это? Все, то, в каждом раунде, в каждом раунде шансов больше у них. Конечно. Подожди, почему? Ну, 54 больше половины шансов. Больше половины раунда выигрывают. В этом плане. Надо бы еще какие-то найти причины. Поверить здесь в героик. Вы можете это сделать, друзья, в чате Твича. Там началась так же катка Cloud9 против Imperial. Вроде когда я последний раз проверял уже. 6-0 был счет в пользу Cloud9. Ну, сейчас 6-1. Против них оверпа спикнули, потому что пикать было нечего. Став. Нарезает улицу. 3 килла хорошо. Дальше Кэдиан и Калаша не позволит дотянуться. Но криков нет. Ай-яй-яй. А почему нет криков? Вот тоже интересно, Федор, ты бы стал на месте Кэдиана? Ну, то есть человек, который постоянно пытается как-то войсом, вербально свою команду поддержать. Ты бы стал на его месте орать после взятого эко-раунда, просто чтобы как-то повеселиться хотя бы? Или сейчас? Ну, может, Кэдиан знал, что там будет пауза. Может, он понимал, что это, ну, типа, ну, били глоки, убили. Что там, ну, брат? Старый кулак. О. Есть. Я посмотрел камеру, типа, я не видел, все нормально. Я спиной сидел. Тайм-аут от Энс, правильно? Да, да, от них они прям напряжены, напряжены. Чувствуется, что, ну, еще не все тут решено. Конечно. Герои, камбэчить они умеют. Да, опять же, это тот самый рефреш, который 1 в 5 против Лики взял на 14-15. Их надо опасаться. Cover GG знакомят нас со статистикой. А тут винрейт, кстати, на фулл байраундах вообще 70%. 70%! Насколько велики шансы камбэка от героев? Просто вдумайтесь в эти цифры. Друзья, более широкая статистика на сайте Cover GG. Можете подготовить какой-то аналитический материал. Мы его обязательно выложим. А пока игра через улицу, и флешка ставна неприятно. Ушел он все-таки в мейн. Это, наверное, видели. Но дыха параноится из-за ангара. Так что для начала он развернулся на 180 и решил смотреть, нет ли там кого. Но нет, там чисто. Ну, интересный раунд. Тройка в секрете. Один набрасывает с Макистри спа, один в ангаре. Тут попытка контрподсадки вообще перед вентиляцией. О, раунд прям любопытный. А тут Кэдиан на коротком. Голова соперника раз. Минус второй. Дави по третьему. Нет, здесь немного спрей повело. Так что Хейтс получает. Спинкс. Ну, тут ему шанса вообще не оставили. 4 в 2, друзья. Несется дых. Каприфлайер. Нужно сделать. Ну, сильно много потерял ХП на самом деле. Он четко знал, где ставан, но не получилось его убить. Можно фреш подставиться. О, красиво. 2 в 2. Ну, 2 в 1. Остается Хейтс. Но в девятке много урона по нему вносит еще. Спрыгивает у нас Юш. И шестой раунд берут герои. Где крики? Кэдиан, камон! Почему все так спокойно? Неужели он считает, что это не к месту? Его тиммейты сами должны заряжаться энергией. Может, бережет на там, счет 14-10 крики. Может, на какой-то клатч раунд. А ты думаешь, надо прям беречь? Ну, пока и так вроде справляются, пацаны. Не, ну если бы не справились, то 15-й пенс взяли. Но теперь пистолеты. Это не то, что гарантирует, но приближает героя к седьмому раунду.
Ладно, Стам, Кэдиан, что на улице произошло? Был виден ствол! Три кабины снесено! Кэдиан, лучше бы ты покричал. И лучше бы вот ты дал своим... Да. Потому что-то тут такая Челадельфия уставно была. Он просто шел такой на расслабончике, на разогревчике. Тесос. 1 в 5. 10 хп. Может, не хватило вот этих самых, пусть и банальных, но нужных слов. Типа, пацаны, у них экон, расслабляться нам не надо. Потому что Тенс, они опасные стрелки, иногда с пистолетами у них получше заезжает, чем с какими-то девайсами. Давайте мы все сделаем наверняка. И не проиграем его. Может быть, не хватило этого спича. Но вот так, проигрываем пистолетом, теперь же, наверное, проигрываем игру. Просто, если ты идешь 6-14, и у тебя есть возможность допустить ошибку в каком-то, ну, очень сложном, многоуровневом, оружейном раунде твоего противника. Но если ты сливаешь эко, то есть это очень бездарное использование права на ошибку. Очень такое, не к месту. А теперь его уже нет. Теперь нужно серьезно возвращаться. 9 подряд. Там, кстати, я обратил внимание на деньги. У рефреша 2, уставно 3600, 3800 юж. За счет сейва Тесса, конечно, закуп будет, но не максимально возможно. Ну, ПМ-ки, калаши, окей. Ну, гранатами пришлось пожертвовать, киты одни. Но это и не важно, ведь перед нами команда героев. Главное не закуп, главное вера. Много очень гранат на мейн по старту, и две хаешки туда, по-моему, было отброшено, и молотов. Пока размен. Прострелами через смоки. 4 в 4. Так, Снапи продолжает контролировать ситуацию. Здесь же дыха, гранаты в защите заканчиваются. Один дым, две флешки. Ну, атаки еще есть. Три коктейля молотова и флешечки. Один уже отдали на позицию Ставна. Ну, такое впечатление, так пойдут все-таки по чуть-чуть. Молотов от Спинкса на будку, да и выход. Ой, а тут же не видно. Тут же не видно слева. Не видно Хейтса. Они вдвоем там. Ну, Хейтс второго не читает. Так что, скорее всего, для Тесса это будет фрифраг. Или. А где же Хейтс? А вот и он спрыгивает. Уф, ладно, справляется. Тесс 3 в 3. Но все еще раунд не выигран. Потому что это будет десант на вен. И для Ставна, походу, это подарок. Он-то сам оказывается здесь же, на длинном. И вряд ли его здесь будут ожидать. А Спинкса переигрывает с юж на дверях. Тут же ставится бомба. Бомба ставится в смоки. Начинает Ставн шить. Немного не туда. Теперь надо дождаться тиммейтов. А вот и тиммейт. Один из них помер. Снайпи перестрелку против Ставна проиграл. Дыха оказывается один. Кил по первому. Где же второй? Второй что-то чехлит на 36 хп. Дыха чекает лево от себя. Ставн теряется. Последним патроном. Дыха выводит свою команду в плей-офф мейджора. Антверпен 2022 года, турнирного оператора PGL. Как доволен Снэппи, как же все здорово для Энс сложилось. Федор, ты за кого здесь болел? Я болел за Энс, мне они больше как команда нравятся, именно по персоналиям. Как-то они, знаешь, так из ниоткуда появились и начали тащить, зажигать. Геройка не такие стабильные ребята, которые год за годом показывают результат, но всегда приятно.